причаливают фарты, там впереди покруче будут старты и посерьезней. А пока диктанты и задачи, удачи, неудачи, наречия, глаголы и древние века. То слово не склоняется, то в Волга потеряется. Все это начинается со школьного звонка. У каждого в жизни единственный раз. У каждого первый, его памятный класс. И первый учебник, и первый урок, и первый заистинный школьный звонок. Я помню тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз, когда пришли в свидание в школу, мы в самый лучший первый класс. Когда пришли мы в первый класс, за руку держали маму нас, а в другой руке букет был нам свой 7 лет. Новая ручка у нас. Новая форма. Новую форму все надели. Новая ручка в новеньком портфеле. Новые книжки, палочки для счета, новые тетрадки, новые заводы. Ну, не только не увлеки, надо были не шуметь, а тихо-тихо, как мышаты, нам за партами сидеть. Спокойно руки поднимать и очень громко отвечать. Не зевать и не болтать, и пятерки получать. Было трудно, скажем прямо. И, конечно, скажем честно, было очень интересно.